Смотри, как папа умеет битбоксить. Сынок, ты профессионал. Ребята, мы нашли новое колесо фортуны с SCP монстрами в Майнкрафте. Чё? Тёпа так смотрелись. Привет, я автобус-пожиратель. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, ребята, с вами я, Зомбак, и мой сын Ноти. Здрасте. Всем привет, ребят! Короче, сегодня у нас новое колесо SCP монстров фортуны. Да, вот колесо фортуны с SCP монстрами. Папа, а ты знаешь, что это? Это, знаешь, кто это? Зубастик, это диджей. Это да, диджей. Ребят, диджей. Смотрите, какие у нас тут монстры. Да, я правильно сказал? Ты угадал, слушай, сыночка. Диджей. Давай мы с нашим зрителем, посмотри пока сундук, я зрителям скажу, папа! Кто у нас тут. Подожди. Подожди, не трать патроны, они нам нужны. Ой, смотрите, ладно. Ребята, у нас здесь монстры, это Кисси Мисси Луна, это у нас мультяшная мышь, это у нас, ребят, из Five Nights at Freddy, это сам Фредди, диджей, солнце, сиреноголовый и Among Us. Ну что ж, слушай, у нас... Пап! Не надо на меня пикать, уйди. Так, что нам тут дали? Слушай, крутые оружки, я тебе заберу. Ну, забери. Так, ну что, ты готов? Слушай, папа, мне кажется, выпадет сейчас, знаешь, кто? Давай первый цвет, пусть угадывают в комментариях. Хаги-ваги вот это выпадет. Это Кисси-Мисси, это... Это Хаги-ваги. Это Хаги-ваги. Ну, это девочка Хаги-ваги, она Кисси-Мисси. Ага. Да? Кукла. Ну, ребят, какая лазница. Угадывайте в комментариях, кто сейчас выпадет, какой цвет сейчас выпадет, ребят. Сейчас выпадет Кисси-Мисси твоя. Давай, а я думаю, сейчас выпадет Фредди. Нажимаем так. Зеленый цвет. Слушай, я хотел сказать, что мы обсуждали этого Тильдебольтика. Ура, выпал диджей, друзья, диджей из этого Five Nights at Freddy's. Диджей. Диджей, ребят, поставьте лайки, давайте, если хотите. Я правильно говорю, папа? Диджей. Ну, не знаю, диджей. Диджей. Так, погнали в зеленую комнату диджею. Ладно, погнали, посмотрим, что там за диджей такой. Давай я сразу ракету туда запущу. Нет, ты откроешь, а я ракету. Давай, раз, два, три. Опа! Ой. Ага, не помогло, тут закрыто. Да. Ты меня стреляешь, аккуратно. Ой, прости. Так, подожди, я видел там решетку, нам, наверное, кирку надо взять. Что-то не взрывается. Ты там будь осторожней, там очень много динамитов, не взорви это все. Что-то закрыто, я не знаю, как пройти. Тут, ребят, все закрыто, и сердечко из динамитов, наверное, надо поставить лайк. Ребят, поставьте лайк, давайте. Слушай, тут что-то... А где сам диджей? Не знаю. Я взял кирку, я тут все сломал. Ты уже супер подкоп сделал. Ну, я уже туннель прокопал. Я умнее тебя, пап. Ну ты, конечно, умный. Слушай, нам, наверное, надо сломать эти динамиты, только не взрывать их. Ладно. А вон и диджей, смотри! Ой-ой-ой, тут реально диджей. Я тут на шипы наступил. Смотрите, аккуратно, не взорви тут динамиты только, а то мы... Да и ладно. Нет, мы все... Ты что со мной сделал? Это Лиана, я думал, куда я взлетел. Я так испугался. Так, давай. Шмаляем его, шмаляем. Ну ты смешной у меня, я ломаю динамиты, потому что они тут мешаются немножечко. Я диджей стреляю. Давай, диджей. Полетай. Я хотел мечом его ударить, ты его уже задубасил. Смотрю, он, наверное, кого-то здесь поймал и держал. Ну уже сбежали. Кого-то держали, походу. Ну уже без нас сбежали. Ой, папа. Ты выбрался из колеса фортуны, но нам сюда нельзя. Нам надо обратно вернуться. А то нас еще похитят. А, меня-то пусти. Пойдем, сына, погнали. У нас еще много колеса фортуны впереди. Да, там еще. Вот сейчас точно Кисси-Миська выпадет. Кисси-Миська? Давай, давай ты нажмешь кнопку. Опа, смотри. Оп, это у нас какой цвет? Мультяшный кот. Это мультяшный мышь или кот? Погнали, посмотрим. Это мышь, мультяшный мышь. Ну, пойдем посмотрим. Так, эту комнату мы уже посмотрели, мы ее всю разломали. Давай, чтобы... Ой.
Ты еще больше решил сломать, да? Я, чтобы мы тут все, мы тут были. Мы тут были, мы сюда не заходим, не возвращаемся. В конце видео мы взорвем эти динамиты, так что смотрите до самого конца. В конце видео мы взорвем? Вот это, ну в конце. А-а-а. Не сейчас. В конце ладно. Видео мы все взорвем, смотрите ты до самого знаешь, конца. Па, как я люблю все сливать. Я знаю, сына. Айда, у нас соседняя комната с мультяшным. Ты что там, куда пошел? Я тут это, па, ты можешь туда заходить. Пока не трогай. Ладно, я пошел к мультяшной мыши. О, это не мультяшная мышь. Ее, походу, съели. Тут мультяшный кот. Иди сюда. Что? Иди сюда, там мультяшный кот. А, жесть, да? Смотрите, ой, ребята, тут черный Cartoon Cat и еще, смотрите, белые Cartoon Cat-ики. У них какая-то голубая лава течет. Это что такое творится? На тебе, а, получай, на! Все. Так, я на них напал. Все. Это что там? А там закрыто. А, все. Ты решетку поставил, чтобы мы туда не входили? Заклеилась колодка. Все, на ремонте, там все закрыто. Так, да, хорошо, погнали. Давай, в зеленую комнату, видишь, да? Тут... А что тут мультяшные коты делают? Я и говорю, кот, походу, съел эту мышку и... Стой! Да, блин, хватит меня тут стрелять, ну ты будь осторожней. Ой, прости. Ты прям этого, меня только попадаешь. Так, давай, нападай на них, давай. Я слева, ты справа, давай. Я не специально, ну ты не знаешь. Сына, забегай, меня пинают. Я забегаю, смотри. Да. Меня картун-котики меня побили. Ладно, я сейчас приду еще раз. Слушай, у меня не так много пушечек, они у меня заканчиваются. Так, я приду и приду. Так, ты где? Опа. Я сына, тут, ты тут? Справляйся. Справляюсь. Ты сейчас взорвешь соседнюю комнату вместе со всеми динамитами. Да не взорвю, неправда. Аккуратней, аккуратней, сына. Так. Давай, вот этих. Ты мечом бьешь? Я тоже мечом тогда мечом делюсь. Буду бить. А! У меня мало хп, сердечек, а! Отстаньте от меня. Так, ну, я, короче, решил устроить им... Они меня попадают, ребята, попадают. Они все. Ты всю лаву не разлил. А все, больше никого нету. Все, ты справился с черным котиком? Все, вылезаем отсюда. А где, интересно, мышка? Наверное, ее котики скушали. Так, чё ладно. Что говоришь, интересно? Эту мышку скушали черные котики. Так. Походу, мышку реально скушали. Я кручу в следующий раз рулеточку. Итак, кто ж выпадает, друзья? Как вы думаете, пишите в комментариях. Так, я сейчас киски мышки выпадет. Ты прям каждый раз надеешься. Ну ладно. Па-бам! Иди сюда. Я сговорил. Ты Ванга, сына, Ванга. Давай пошли этого. Деньги все поставим. Пошли. Ты выиграешь все денежки. Так, короче, я предлагаю... Ну, не предлагаю. Мы идем к Кисси-Мисси, ребяточки. Выпал у нас розовый цвет. Кстати, опять закрылась. Да, все на ремонт закрывается. Мы там уже посмотрели эту вторую комнату, закрыли. Так, ну что, идем в третью комнату. Это у нас Кисси-Мисси. Какая она страшилина зубастая. Ого! Ты посмотри, какая она гигантская. У нее есть два маленьких приспешника, это, наверное, дочки ее. И смотрите, какая гигантская кисимиська. Жесть. Опа. Ты где? О, сына. Ты лаву разлили. Ты лаву разлил? Ха? Они сейчас в лаве погорят. Так, да, на да, тебе. Да, я специально так делал. Давай. На тебе кисимися. Я одну кисимисю побил. А, я тоже в лаве погорел вместе ой, с ними. Ой, капец. Ой, что-то, папа, ты слабый какой-то. Да, конечно, у меня не миллиард хпски-то. Так, давай, Кисси-Мисси, еще тут, а. Еще немножко, в два лазера, давай, сын, ты с той стороны, я с этой. Чего ты смеешься? Два лазера, да? Да, ну я... Мы сможем. Так, я сейчас бластер возьму. Так, о, все, мы ее победили! Ура! Пойдем, сына. Да, идем. Все, мы справились с Кисси-Миссией. Следующее у нас будет кто интересно. Давай, ты крутишь. Айда. Я думаю, что сейчас будет вот этот, вот этот красный тел. Так, красный тел, бдысь. Нет, это выпал Фредди из Five Nights at Freddy's. Кстати, Фредди добрый, в него не стреляй. Фредди хороший. Фредди нельзя попасть. Слушай, у нас там есть камушек, надо Фредди спасти оттуда, потому что иначе мы его повредим. Камушек? Так.
Камушек специальный. Айда в комнату голубенькую к Фредди. Ты там пока можешь, да, все забетонировать, всё. Закрыть, чтобы мы больше заклита. Не ходили к Кисси-Мисси. Заклита комната. Погнали! Так, давай! Ого, ребята! Это Хаги-Ваги Икси! Да, жесть! Это капец! Ой-ой-ой! Слушай! Айда-ка мы спасем сперва вот этого. Фредди, нам нужно прокрасться туда, давай. Фредди, это который большой? Да, большой, добрый. Айда сюда, с этой стороны проберемся сзади. И вытащим Фредди. Ты что, выпустил Хаги-Ваги Икси наружу? Они сами за тобой побежали. Аккуратно! Нам надо спасти и вытащить Фредди. Они спалили твой план. Так, давай вот здесь сломаем и попытаемся вытащить Фредди. Так, всё, я забрал Фредди, валим. А, Хаги-Ваги бежит за мной, сына, помогай. Так, давай, ты хочешь там динамитом все сломать, чтобы они выбрались? Да, все, я сломал. Но они же выберутся наружу. Нет, не выберутся, я сейчас лавой разобью. Так, я сейчас взял пулемет, короче, давай. Ох, тут сколько Хаги-Ваги и Икси. Здесь, так, давай, на тебе Икзиска, получай. Так, мне надо как-то убегать отсюда. Я их снежками забросаю. Бью. А почему на это не везде лава? Не знаю. Ты как-то не туда ставишь, наверное. Давай я с той стороны попробую пострелять. Давай, да. Я сейчас возьму бластер отталкивающий их всех в лаву. В лаву, всех в лаву. Хаги, Икзи, горите. Возвращайтесь обратно в ад, откуда вы прибежали. Так, на. О, он выбрался. Тихо, куда? Фух. Все, тебя опять победили? Нет, я тут. Только меня не попади. Все, все Хаги-Баги уничтожены. Да, отлично, да. Пошли вытащим отсюда Фредди. Вон, смотри, какой он добрый и большой. Да. Привет, Фредди. О, здорово, ребята. Приветик. Да, здорово. Ты можешь здесь с нами постоять, подружиться с нами. Ребят, если вы тоже хотите дружить с Фредди, поставьте лайки. Вот он, смотрите, бегает, какой крутой добряж. Так, Фредди, жди нас здесь, хорошо? Папа, сейчас точно выпадет красный тельдобонтик. Давай, только мне надо оружки поменять, у меня пушки заканчиваются уже. Стрелять нечем. Так. А что взять-то? Бластеры возьмем, пулемет, огнемет. Все, погнали! Так, нажимай. Пи-бим! Нет, фиолетовый выпал. Это луна, ребята. Луна из Five Nights at Freddy. Погнали в фиолетовую комнату. Такс. Я возьму огнемет. Мне кажется, там луна страшно будет. Ты думаешь, она... А, ну она... Луна, она холодная. Я ее подогрею. Вот так вот, огнеметом я сейчас все патроны потрачу. Айда, погнали. Пап, я кое-что забыл. Что-то забыл? Да. А, да, закрой эту комнату, чтобы мы туда тоже не ходили. Обязательно. Я пока открою комнату с луной, и это... Так, ого! Закрыли. Я туда не пойду. Мне что страшно. Мне страшно. Ой-ой-ой. Что тут творится, слушай, сына? Там реально полный мрак и тьма. Луна меня съест, короче. Давай на ремонт закроем и уйдем. Давай, закрывай на ремонт. Мы посмотрели, все. Я согласен туда не идти, ребят. Мы не пойдем к Луне, нет. Все, пошли дальше крутить. Ну блин, слушай, мне в комментариях пишут, идите. Да они просто не боятся, они там видосик смотрят на телефоне. Они, да, им не страшно. Ребят! Если вы хотите, чтобы мы зашли прямо сейчас, не стреляй в комнату к Луне, обязательно поставьте лайк и подпишитесь, я и тогда мы наберемся папа, смелости. Я смелый, я лампочки ставлю. Тут все, давай. Лампочки расставил. Если мы нажмем на этот кристаллик? А! Какой? Я тут все взорвал. Ты молодец. Мы уничтожили комнату, но теперь тут светло. Давай Луну победим. На тебе, получай. На тебе Луна. Ой, он меня пинает. Отстань. Так. Я хотел побить его огнеметом. Я побью огнеметом. Ура, мы победили Луну. Больше боялись. Да, мы больше боялись. Но, слушай, ты тут лампочками все осветил. Не так страшно стало. Ты меня заморозить хочешь, да, с низками? Я молоденький. Так, тут там уже эту красную штуку ставить некуда, потому что мы всю комнату сломали. Ты да, все сломал, блин. Так, ладно, давай нажимай следующую.
Я все равно поставил. А, хорошо. Айда сюда. Так, у нас, значит, осталось только кто? Солнце? Нет, сиреноголовый и солнце, да. Две комнаты осталось. А, еще Аманкас. Погнали, дружище, давай, нажимай кнопочку. Подожди, не нажимай, хорошо? Хорошо, не нажимаю. Я пока что поговорю с Фредди. Фредди, как у тебя дела вообще? Да, вообще крутяк. Слушай, ты не хочешь со мной видео снимать? Ну, ребят, если вы хотите, чтобы в следующем видео появился Фредди, обязательно подпишитесь на мой канал, и Фредди будет в следующем видео. Он очень крутой. Так, ну что, я нажимаю? Снимай. Так, па-бам! Мне какая-то учебник выпал по математике. Так, что это такое? Книга. Ты Леокс. Я читать такие слова не говорю, не умею, мне нельзя. А да, я прочитаю, я читать умею. Давай. Ты лох написано. Так нельзя обзываться. Меня мама учила нельзя обзываться. А, я смешно, папа, ты лох. Не смешно, это ты подстроил. Это не я подстроил, как бы я подстроил? Кольцо Фортуны. Ты подстроил, нам выпал красный цвет. Это Among Us. Ну что, погнали. Ой, я тоже боюсь что-то. Да ладно, что там страшного? Ё-моё! Нет. Ладно, лайки ставят, мы идем, да? Да. Все, мы идем. Так, ребят, я беру пулемет. Без пулемета я туда не захожу. Это босс Among Us, ребята! Они все зубастики. Это реально босс корабль Among Us. Ну а тебе. Босс корабль? Чего? Да, ну смотри, какой он гигантский, он летает. Ну. Эти бегают, а этот летает, он, наверное, скушать меня хочет. А птички что, тоже корабли? Он взлетает! Птички тоже корабли? Птички какают. Птички корабли. Ой, это что за стул? Ты меня схватит стрелять! Хватит баловаться, папа! Да, хватит баловаться, сына, давай уничтожать Among Us'ера! Ура, мы его победили! Слушай, это было не так сложно. Я думал, посложнее будет. Закрывай эту штуку. Такого сложнее будет. А ты закрывай, идем сюда. Я заклил. Куда? Вот эту решетку ставим. Ой, ну конечно тут У нас осталось всего пару комнат, ребят. Сейчас выбор невелик. Желтый или оранжевый цвет, солнце или же сиреноголовый. Желтый. Давайте угадывайте в комментариях, кто выпадет, солнце или сиреноголовый. Смотри, я нажимаю. Так, ну давай нажимаем. Ты угадал. Да, я угадал. Выпало солнышко. Ну что ж. Погнали в желтую комнату. А потом знаешь, кто папа выпадет? Оранжевый. Нет, я угадать не смогу, наверное, угадать оранжевый сложно. Оранжевый выпадет. Ай-яй-яй! Это что за чучундрик с огнем? Уйди отсюда! Уйди! Ой, что он делает? Он сразу да, он меня чем-то огнем пулялся. Он сразу на меня напал. Да хватит меня стрелять! Так. Он меня огнем пуляется! Сына, помогай! Розовые он фриты. Очень жесткий! Почему мы солнцу сразу не пошли? Он очень жесткий! Не знаю. Смотри, розовые фриты. Кого фриты? Ифриты. Ифриты! А ты ифриты. Букву Р не выговариваешь? Ифриты. Флюиты. Ифриты! Да, наверное, ифриты. Ну, я их уже пинаю, давай. Помогай, сына, помогай. Не так, помогай, сына. Не так. Помог тебе. Ты мне очень сильно помогаешь, да? Стала, меня пинать. Старайся помогать, что ты сразу? Старайся, ну хорошо. Пойдем, сына, давай. Мы его запинаем. Ифлиты. О, мы одного ифлита забили. Ну, а тебе... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бау. Бластером. Отлично. Остался один вот этот солнышко. Давай. У него тоже, смотри, сердечко. Наверное, это то, чтобы мы лайки ставили. Смотри, это какое вот радужное вот сердце. Я внутри сердечка. Ты в моем сердце, сына. Туц-туц-туц-туц-туц. А смотри, как... Я тоже хочу потанцевать, Я к тебе, смотри. Ладно, давай побежали дальше. У нас последняя комната, сын. А я этого не видел, короче. Я пошел. Ой. Закрывай эту комнату, а мы погнали последнюю. Интересно, ребят, что же нам выпадет? Сейчас выпадет 100% оранжевый. Нет, зеленый выпал, кстати. Да? Да, да ладно, я тебе пошутил, выпал фиолетовый, смотри, вот. Фиолетовый? Вот розовый.
Да ты врёшь, обманываешь. Да ладно, оранжевый выпал, конечно же. Последняя комната на сегодня, друзья. Мы отправляемся, угадать кому? Сиреноголовому. Сиреноголовый. Сиреноголовый, да. У тебя опять Р не можешь выговорить. Я тебя научу, сына, не переживай. Ну что, погнали? Тлактор. Тлактор. Тлактор, да, тлактор. Тлактор. Так, пулеметы, огнеметы. Рыба. Я готов. Рыба. Лыба? Да. Эх, ну ладно, сына, пошли. Ой, слушай, тут кактусы какие-то. А! Ты хватит меня стрелять. Ой, тут смотри, свинюха. Это что такое? Сиреноголовый находится за этими ловушками из кактусов. Этот пальчик, это типа человечек с пальчиком слазается. Да, он держит его от пальчика. Так, наверное, нам надо поломать эти кактусы и проникнуть к этому сиреноголовому. Да, наверное. Так, я за кактусом идеально спрятался. Ты прячешься за кактусом, я тоже спрячусь за кактусом. Так, все. Меня кактус колет. Ты его победил, а меня кактус колует. Эй, эй. Ну, кактус с цепами, логично, что колоть будет. А ты бегаешь по нему, ты вообще крутой. Эй, эй, да больно. Ладно, я поставлю обратно кактусы. Иммунитет на кактусы. Иммунитет на кактусы, ты лекарство выпил. Нет, я в детстве всегда кололся кактусами. У меня сын ненормальный, ребята, какой-то. Я один раз упал на кактусы. Ты забыл, папа. Сына, доставай зажигалку. Чего? Зажигалку доставай. Я тебе обещал кое-что в начале ролика, что мы... я даже не знаю, мне страшно. Давай, тут будет прикольно. Только мне, наверное, нужно будет включить тебе креатив, чтобы этого не упасть. Так, ты где, сына? Я тут. Готов? Я всегда готов. Давай, берем. И в конце ролика, ребят, как и обещали, сегодня мы посмотрели вот эти колесо фортуны. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал. Ну, а мы взрываем супергигантскую кучу из динамитов. Ну что, ты готов? Давай фиолетовый, наверное, уберем. Они супер жесткие. Так, сына поджигаем! Зеленой комнате и всем комнатам, наверное, конец. Капец! Все взорвали! Мы все, ребят, взорвали! Да, я надеюсь... Фиолетовый оставить так неинтересно. Ну, это ладно. Ребят, если вы поставите лайк, то скоро на канале выйдет новая часть с колесом фортуны. Не забывайте подписываться на мой канал и смотрите другие видео. Это уже пятая часть с колесом фортуны на моем канале. Смотрите предыдущие. С вами был Зомбак и мой сын. Всем пока-пока! Пока-пока! Советую тебе посмотреть и другие мои видео. Для этого нажимай вот сюда. Не забудь подписаться. Вот кругляшочек. Всего тебе наилучшего. Пока-пока!